Что могут делать на обычных турниках люди, которые не курят? Участникам антитабачных игр продемонстрируют местные воркаутеры. Сегодня воркаут в Сочи – модное и прогрессивное направление уличных тренировок. Нагрузка за счет собственного веса. Спортсмены не используют другой инвентарь и, тем не менее, демонстрируют великолепную физическую форму и захватывающие дух трюки. Заниматься воркаутом может любой человек. И в пятницу на площади Флага всем желающим представится такой шанс. На площадке по воркауту можно будет потянуться, выполнить норматив, пожать лежа штангу, выполнить норматив и получить за это отдельные призы. Также любой желающий может поучаствовать в соревнованиях по армрестлингу и проверить свои силы с хорошими рукоборцами нашего города. Мы против сигарет, против алкоголя и будем это дальше пропагандировать. В целом, во Всемирный день без табака участникам первых сочинских антитабачных игр расскажут о вреде курения и подскажут, как сделать первый шаг к здоровому образу жизни. Медики расскажут о рисках для здоровья, а молодежь все покажет на своем примере, например, в интерактиве «Лопни грелку». Вот так лопаются грелки, а так лопаются ваши легкие, когда вы употребляете сигареты. Своя точка активности на улице Новогинской будет и у фокусников, и иллюзионистов. Моя задача как иллюзиониста будет с помощью своей магии, с помощью фокусов показать всем прохожим, всем гостям нашего мероприятия, что курение – это вред, что это очень дорого, затратно и абсолютно невыгодно. Когда вы курите, то вот ваши деньги действительно фактически сгорают, остается только лишь одни сигареты. Но если мы возьмем эту сигареточку, положим ее, допустим, вот в специальную магическую сумку вот сюда, то вы увидите, сколько на самом деле стоит. В Центральном районе первые сочинские антитабачные игры пройдут на улице Новогинской. Здесь развернется и Центр здоровья. Все желающие смогут узнать возраст своих сосудов или легких. Мы вот хотели всколыхнуть общественность нашу с ног до головы, с макушки до пяток, точки приложения вредного действия курения на организм человека. Сердечно-сосудистая – это первое. И, конечно, онкология. Онкология, причем это не только рак легких, казалось бы, как может туда попасть табачный дым. Это, например, почки и мочевой пузырь. Поэтому мы категорически против курения. Мы категорически за пропаганду. Мы приглашаем всех. И тех, кто хочет бросить курить в этот день, в первую очередь. Ко всему прочему, в городе действует хартия «Сочи без табака». Вот уже 5 лет в ее рамках медицинские способы лечения дополняются пропагандой здорового образа жизни. Такую цель преследуют и первые сочинские антитабачные игры. Начало в пятницу в 15 часов. Основные мероприятия запланированы на площади Флага, однако в это же время тематические квесты и флешмобы пройдут во всех районах курорта. В Лазаревском в парке культуры и отдыха на улице Павлова, в Адлере в сквере Бестужева, в Хосте на площади Дома творчества «Луч» в центре перед администрацией района на Новогинской. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.